Всем привет! Сегодня я расскажу о аквариумной рыбке гурами карликовой пумила. Гурами имеет приплюснутое с боков и вытянутое в длину тело. Хвостовой, анальный и спинной плавники по краям заострены. Рыбка имеет зелено-голубую окраску. По всей длине тела проходит горизонтальная темная полоса. В верхней части над полосой расположены темные пятнышки. Плавники нежно-голубого цвета с красными вкраплениями. В отличие от самок у самцов удлиненные плавники, они более стройны. В аквариумных условиях размер рыб достигает 3,5 см. Для содержания карликового гурами аквариумная вода должна соответствовать следующим параметрам: температура 25-28 градусов Цельсия, жесткость от 8 до 15, кислотность от 6,5 до 7. Карликовые гурами весьма чувствительны к изменению температуры воды и при пониженной температуре довольно часто болеют. Если вовремя не привести температуру воды в норму, то существует очень высокая вероятность того, что рыбки погибнут. Для содержания гурами достаточно аквариума небольшого объема от 10 литров. Гурами ведут мирный образ жизни и хорошо уживаются со всеми миролюбивыми рыбами, соизмеримыми по размерам. Аквариум, в котором будут содержаться гурами, должен быть густо засажен растениями с крупными листьями. Питаются рыбы разнообразными живыми и сухими кормами в виде хлопьев и гранул. А на этом видео подходит к концу. Подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых видео. До встречи!